Сегодня ночь на 9 августа 2015 года. Сейчас я наблюдаю, как Луна приближается к Альдебарану. Самой яркой звезде созвездия Тельца. И совсем скоро Луна его покроет. Это я снимаю на видео. Луна уже совсем близко от Альдебарана. И вот-вот она его покроет. Секунды на секунду произойдет покрытие. Вот уже Альдебаран совсем близко возле лунного лимба. Вот-вот. Вот-вот. Вот-вот и... И сейчас оно произойдет. Стали считанные секунды. И покрытие произошло. Альдебаран скрылся по светлым лимбам лунного диска. Сегодня ночь на 9 августа 2015 года. Сейчас я наблюдаю, как Луна приближается к Альдебарану, самой яркой звезде созвездия Тельца. И совсем скоро Луна его покроет. Это я снимаю на видео. Луна уже совсем близко от Альдебарана. И вот-вот она его покроет. Секунды на секунду произойдет покрытие. Вот уже Альдебаран совсем близко возле лунного лимба. Вот-вот. Вот-вот. Вот-вот и... И сейчас оно произойдет. Стали считанные секунды. И покрытие произошло. Альдебаран скрылся за светлым лимбом лунного диска.
открылось. Открытие произошло. Как красиво. Открытие Альдебарана Луной произошло мгновенно. Альдебаран зажегся на лимбе Луны, освещенным пепельным, освещенным светом Земли. Пепельным светом. Очень красиво, очень красиво. Мгновенно произошло это открытие. Мгновенно. И вот уже горит Альдебаран прямо на лимбе Луны. При том, что сейчас за 10 минут я увидел 3 метеора потока Персеиды. Ярких, желтых, быстрых. Это очень красиво. И вот уже невооруженным глазом даже видно, как они, Луна и Альдебаран, находятся вместе. И вот уже оранжевый свет Альдебарана в 02:12 светит прямо у лимба Луны. Как красиво! Открытие Альдебарана Луной произошло мгновенно. Альдебаран зажегся на лимбе Луны, освещенным пепельным, освещенным светом Земли. Пепельным светом. Очень красиво, очень красиво. Мгновенно произошло это открытие. Мгновенно. И вот уже горит Альдебаран прямо на лимбе Луны. При том, что сейчас за 10 минут я увидел 3 метеора потока Персеиды. Ярких, желтых, быстрых. Это очень красиво. И вот уже невооруженным глазом даже видно, как они, Луна и Альдебаран, находятся вместе. И вот уже оранжевый свет Альдебарана в 02:13 светит прямо у лимба Луны. Что отлично видно невооруженным глазом.